Вокальные ансамбли, хоровые коллективы, сольные исполнители, участники конкурса. Вокальному ансамблю «Тет-а-тет» Дома культуры села Цабанабалка в этом году исполняется 4 года. Когда начинали, в составе было 3 вокалиста, сейчас 12. «Тет-а-тет» – неоднократные победители, лауреаты конкурсов и фестивалей. И к этому конкурсу готовились серьезно. Отрабатываем каждый куплет, каждый припев. У нас 3 раза в неделю репетиции, тем более мы все люди работающие. При всей занятости мы все равно стараемся собраться, порепетировать, чтобы донести радость людям. Нас любят, нас слышат, и мы очень гордимся этим. Смотр-конкурс «Голос Победы» проходил в номинациях «Народное эстрадное академическое пение». Критерии оценки – артистизм, художественный уровень, исполнительское мастерство участников, самобытность репертуара, сценическая культура. Проводится в рамках регионального фестиваля искусств «Анапская музыкальная весна». В этом конкурсе приняли участие вокальные и хоровые, соответственно, коллективы учреждений культуры муниципального образования город-курорт Анапа. На сцене Центра культуры «Родина» выступило более 20 коллективов и солистов. Исполнили по 2 песни на военную и гражданскую темы. Все участники конкурса получили дипломы. Главный приз – победители и лауреаты – получат 1 мая на гала-концерте регионального фестиваля искусств «Анапская музыкальная весна-2014», посвященного Году культуры.